Всем большой привет! Меня зовут Юля, я очень рада видеть вас на своем канале. Обязательно подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. А сегодня с вами пойдем в магазин «Порядок». Это товары у нас для дома и дачи. Будем смотреть новинки и ассортимент. Город Курск, проспект Дружбы, 9А, торговый центр Европа у нас, даже суперцентр. Желаю вам приятного просмотра! Мы здесь уже с вами были, вам очень понравилось. Вы требуете в комментариях предложения, и я обязательно с удовольствием хочу вам это все показать. Подставка для чайных пакетиков 80 рублей. Красивая серия. Это целая серия идет. Корейская роза. Салфетница. 137 рублей. Набор для специй по 200 рублей. Солонка интересная какая. И вот такой вот салатник, какой классный, 1180 рублей. Достаточно глубокий, золотая каемочка, такая как будто ее распылили немного. Не указан производитель, не указано, к сожалению, что это за материал. Но здесь или Беларусь, или Китай, вот я уточняла у продавцов. Смотрите, какая интересная коллекция, французская роза. Банки для хранения разные по объему. Также у нас набор вот такой. Они с ложечками, эти наборы. Масленка 360 рублей. А вот здесь у нас подставка под ложку. Какая классная. Яркая очень. 160 рублей она стоит. Смотрите, какой ассортимент банок для хранения. В основном они все стеклянные. Кстати, производитель Пашабахче. Светофор нам бы их, правда? 60 рублей. Вот такие вот маленькие. Побольше 73. Маленькая на 300 мл, побольше 500. Крышка закручивается, что очень удобно. Есть вот такие вот, которые закрываются. Ну, это получается вакуумная какая-то, да? Крышка. 148 рублей. Внизу у нас побольше. 1350 миллилитров. Подобные есть в фикс-прайсе, кстати. Друзья мои, а здесь у нас банка для сыпучих продуктов с деревянной крышкой на 570 миллилитров. 280 рублей она стоит. Рядом стоят, кстати, желтый ценник. Рядом стоят по 412, 1300 миллилитров. Я думаю, что это керамик материал. Наверху тоже банки такие по 1600, но они уже... Другие не из этой серии. Немножечко похожи, правда. В общем, есть на что посмотреть, есть что приобретать. Немного покажу вам салатников из стекла. Маленькие, побольше. Вот такие сначала хочу показать. По 50 рублей они. 8 сантиметров в диаметре. Конечно, это стекло. Порционные салатники или даже как соусницы можно использовать. Также смотрим любимый бренд Пашабахче. Рыбка. 44 рубля стоит. Красивая рыбеха. Побольше они тоже есть. Побольше по 60 рублей. Это, конечно, стекло. А вот это вот иранская серия. Я уже научилась различать иранскую. У них как-то... Какой-то у них вот есть. Во-первых, стекло толстое всегда. Вот эти грани какие-то всегда, ну, не такие, как вот у Пашабахче, у китайских каких-то. 118 рублей стоит. Гранение лед называется. 18 сантиметров в диаметре. Красивая. Ничего не скажешь, и цена хорошая. По маленьким, кстати, мы с вами перескочили. Так, еще есть листики. 14 сантиметров в диаметре. Стоит 67 рублей. Друзья мои, я не рекламирую магазины. Чтобы вы знали, меня никто не приглашает снимать. Я хожу по ним сама. Куда считаю нужным, туда и иду. Салатник 7,5 на 9,5 сантиметров. 63 рубля. Яблочко какое. По 63 рубля тоже. 8 на 8,5 сантиметров. Наверху. Ну, в общем, тут вот. Не знаю, хочется показать вам каждый предмет, потому что много всего интересного. Хит продаж вот Пашабахче по 35 рублей, производитель Турция. Вот такие красивые салатники.
Это натрий-кальций-силикатное стекло, упрочненное. Ну, знаете, такой достаточно глубокий. Что-то вместить можно, салатик какой-нибудь. И вот такая красота. Ну, в общем-то, и тонированное есть стекло, как я его называю. Снова, здесь много всего от Паша Бахче. 58 рублей. И рядом лежит такой ячеистый. Посмотрим и его обязательно. 66 рублей. Увидела сейчас, что еще больше товаров на порядок.ру. Можете посмотреть, кстати, если вам интересно. На сайте у них тоже много всего интересного. Я уже там была. Девочки, зашла на тарелки. Вижу, что есть новые. Спешу показать. Во-первых, вот такая мне нравится. Ой, аккуратненько всегда все берем. А здесь у нас жар-птица суповая, 20 сантиметров в диаметре. Ну, красота ведь, правда? Стоит 92 рубля. Материал керамика, производитель Китай. Чуть выше не менее красивая. Смотрите, какой красивый салатник, 303 рубля. Еще есть 350, и вот смотрите, они есть побольше, ну, как бы диаметром идут. Конечно, сделано интересно, но я вам показала, что именно мне нравится. А так, цены разные, по 86 есть тарелочки. И вот рядом стоит 89 рублей, это новинка. Мы с вами еще не видели эту серию. Десертная тарелка. Также чуть дальше есть суповая. 99 рублей на 500 миллиметров. И посмотрите, какая она красивая. Ну, Китай делает, конечно. Другого не стоит ожидать. Сейчас все Китай. Ну, большинство. Хорошо, скажем, большинство. Интересная серия вот такая. 122 рубля. И 156. Они, кстати, есть и суповые. Чуть дальше стоят. Смотрите, а вот такая мелкая тарелка сейчас вообще по акции стоит всего 49 рублей. Вот она цена, производитель Китай. А вот дальше у нас тарелки тоже красивые, но там производитель уже Беларусь. Стоит 87 рублей, 24 сантиметра в диаметре. Тоже красиво смотрится. Шикарное блюдо для пиццы. 251 рубль. 30 сантиметров в диаметре. Производитель, кстати, Беларусь. Внизу стоит также много посуды. Но здесь она такая маленькая. Салатнички разные, селедочницы небольшие. Однотонная посуда здесь тоже есть. Смотрите. Даже есть серебристая каемочка. Мы привыкли с вами видеть золотую. Но есть и серебристая. Причем она идет как внутри тарелки, так, видите, и по окантовке. И стоит она 87 рублей. Если смотреть побольше диаметром, 24 сантиметра, 137 рублей. Беларусь производитель. Вот эта тарелка 17,5 сантиметров в диаметре. Хорошее качество. Беларусь вообще замечательно всегда в быту используется. Какая красота. Не видела такую. И смотрите, как выбит рисунок. Он особо в глаза не бросается, но он так немножечко выбит, как будто сеточка. Это суповая тарелка. Производитель Китай, 175 рублей, десертная 160 из этой серии и обеденная 185. Они стоят дальше. Все всегда стоят на одном ряду из серии, но просто какие-то чуть дальше. Покажу немножечко общего плана. Но вот эти золотые, конечно, да, это просто какое-то произведение искусства. Так блестит шикарно. 318 рублей. 23 сантиметра в диаметре. Если смотреть больше, 27-356 рублей. Друзья мои, здесь на ценниках две цены. Одна цена без карты. К примеру, 92 рубля, подешевле 87 по карте порядок. Поэтому, чтобы вы знали, а то могут возникнуть вопросы. Также смотрите, вроде как простая, но изюминка есть, правда? Золото переливается. Зачетно, я бы так даже сказала. И вот есть побольше, суповая и обычная такая, какая подставная, как она называется.
вот цены у них. Самая маленькая, это вот эта, которую мы взяли. Стоит она, вот первый ценник, 99 рублей. Покажу немного цветного. Цветного, однотонного. Красивая тоже посуда всегда. Ну, Luminar-производитель, мы с вами знаем, что выполняет всегда все качественно. Смотрите, какие интересные края. Цветочек такой. 132 рубля. Побольше тоже они есть. И цена, смотрите, у них одна. И побольше, и поменьше, но там всего 2 сантиметра. Бирюзовая серия очень красивая. Вот она отсвечивает. Сейчас я достану. Вот она. Почему такое не привозят в светофор? Там бы было еще дешевле. Хотя цены здесь абсолютно нормальные, адекватные. Я бы даже сказала, что как в светофоре. Вот 132 рубля. Побольше 137. Красота. Тонированная серия тоже 103, 128. Самая большая вот 166. А как смотрится эффектно? Причем, смотрите, есть квадрат с острыми углами. Есть тоже такая, знаете, квадратная форма, но она углы немного закруглила. Есть круглая, стандартная. Ну и также люминар, конечно, в белом цвете. Вот здесь вот у нас необычная. Люминарка, это Франция. 189 рублей, 21 сантиметр. И считается она десертной. Вот здесь вот у нас уже... И там есть еще больше цены. 227 и 223. Интересная форма, согласитесь. Сейчас в магазине услышала рекламу, что вот каждый понедельник скидка пенсионерам в магазине 7% по пенсионному удостоверению. Отличная акция. Многие могут воспользоваться. Посчитала нужным вам сообщить это. И смотрим дальше с вами. Вот такая красота. Кстати, сейчас по скидке идет 200 рублей. Производитель Китай. Девчонки и мальчишки, смотрите, здесь у нас сервизы чайные. Также чайные пары наверху стоят. Где распродажи, там вообще прям всегда все выгодно. По 200 рублей можно красоту отхватить, как говорится. Смотрите, два предмета. Чашка на 190 миллилитров. Красиво как блюдечко и чашечка. А вот тут, смотрите, наверху у нас стоят такие разноцветные чашки. Тоже чайные пары. Но есть цветные в основном. Покажу вам вот таким вот образом, наверное. Хочется все показать, я повторюсь. Если это возможно, я так и сделаю, конечно. Смотрите, на какой стенд я пришла. Здесь произведение искусства, как мне кажется. Все необычное. Это, конечно, тарелки десертные и все подобное, но насколько они все необычны, вы только посмотрите. Разные по диаметру. Я смотрю, что производитель здесь, конечно, везде будет Китай. И цены тоже вот по распродаже, по 180 рублей вижу. 160. Вот такого плана, к примеру. Смотрите, набор детской посуды 400 рублей. А в светофоре он 190, поэтому я вам специально показываю. Для примера точно такой набор с такими же героями, такой же литраж, поэтому присмотритесь. В светофоре много сейчас их, но вообще есть разные. В светофоре идет тоже вот такая серия стеклянная с супергероями с разными. А здесь есть еще серия не стеклянная, скажем так. Я не указано, что это за материал, думаю, что керамика. 450 рублей. На набор. Вау, там еще и с мечом есть. Вот такой набор стоит с жирафом 300 рублей, с мечом 450. Красивая детская серия везде. Тут целый детский такой стенд. Здесь салатники. Вот один я уже прихватила, показать вам хочу. 185 рублей, 620 миллилитров, 14 сантиметров он в диаметре. Производитель Китай. Есть меньше, есть больше. Рядышком стоит поменьше серия. Какая же тут красота. Просто сюда нельзя ходить, девчонки. 113 рублей вот такой стоит на 300 миллилитров. Скупить можно здесь, конечно, много всего. Но, с другой стороны, когда нужно выгодно скупиться, здесь всегда получится. Это вот я вам говорю не как какой-то там рекламщик. Нет, я не рекламирую магазины. Повторюсь вам еще раз.
А похожая серия была в фикс-прайсе. Помните, еще кое-где она осталась. Вот такая вот мраморная на 500 мл, 185 рублей стоит здесь. Побольше салатник есть. Такой же, 198 на 10 рублей, 700 мл. А вот здесь вот вообще классный. Такой плотненький. Вот я взяла, чувствую, что толстый такой материал какой-то. Плохо, что не пишут. 346 рублей. Райские яблочки называются. 15 сантиметров в диаметре. Разноцветной посуды очень много. Все яркое, такое красивое, сочное. А здесь вот черное, смотрите, для любителей. Подставки для торта. Да и вообще для каких-либо нарезок можно использовать. 475 рублей. Вот здесь вот тоже подставочка по 400. Ну, это даже блюдо. 30 сантиметров. Видите как? Но это не крутится, просто вот стоит. Как поставишь, так стоять и будет. А вот эта вот крутящаяся тема очень сейчас популярна. Здесь у нас целый стенд от Паша Бахче. Посмотрите, какую красоту производят. Это стекло. Ну, видите, какое оно яркое. Наверное, тоже покажу вам лучше общим планом. Цены у них 132 рубля, 137, примерно одинаковые. Везде есть указано, что это Паша Бахче. Единственное, вот здесь вот не Паша Бахче. 94 рубля, даже дешевле. И вот там вот наверху тоже красота. По 100 рублей, по 150. Тоже не Паша Бахче. Но основная масса, вот 4 ряда. Какую красоту они делают. Причем все это качественное. Вот что действительно радует, понимаете? Что цена бюджетная, а качество отличное. Смотрите, как это полупрозрачно все. По 118 рублей. Друзья мои, на сегодня свой обзор я буду заканчивать. Будет обязательно продолжение. Магазин огромен. Все вам покажу. Спасибо вам за внимание, за лайк и подписку на канал. До новых встреч. Всем пока.